Хотя город-сад здесь будет только через 4 года, о транспортном сообщении с Москвой задумались уже сейчас. В офисе компании застройщика микрорайона «Дивная» можно увидеть и жилой комплекс в миниатюре, и карту трассы. Куратор проекта Алексей Курносик рассказывает о будущей дороге представителям инициативной группы жителей жилого комплекса «Зеленые аллеи». Я правильно понимаю, что уже в конце года, наверное, в декабре 2020 года жители ЖК «Зеленые аллеи» вот сюда, да, здесь у нас ЖК находится с вами, правильно, поедут уже по этой трассе? Первый этап строительства дороги включает в себя строительство двух полос протяженностью около километра от деревни Тарычево до выезда на трассу М4 Дон. Сейчас на данном этапе начались подготовительные работы, разбивка геодезической трассы, снятие плодородного грунта, завозим песок. Несмотря на то, что работа над проектом началась только в этом году, вся документация полностью готова и прошла экспертизу. Застройщикам получены необходимые разрешения. Проектом предусмотрено освещение уличное в местах пересечений с проездами и в зоне примыкания к трассе М4 Дон. Также предусмотрено водоотведение с дороги, все в соответствии с нормативами. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 услышать. Подойти вплотную к участку, где уже начались работы над будущей дорогой, не позволяют правила техники безопасности. Но работа видна, что называется, невооруженным глазом. В принципе, посмотреть на стройку может любой желающий. На сам объект вас, конечно, не пустят. Но начало дороги прекрасно видно с трибун стадиона «Металлург». Сроки и качество строительства будут контролироваться уполномоченными органами и администрацией муниципалитета с одной стороны и общественностью с другой. Впрочем, и сами строители готовы делиться любой информацией. Все в строительстве поднадзорно, проверяют регулярно. Это наша девелоперская группа постоянно выкладывает фотографии, постоянно пишет отчеты в интернете, в социальных сетях о ходе строительства как нашего жилого комплекса «Дивная», так и строительства дороги. В конце 2020 года закончится только первый этап строительства трассы, но по ней уже можно будет передвигаться. К концу 2022 года планируется увеличение полос до 4. К этому времени будет сдана первая очередь микрорайона «Дивная», а значит, нагрузка на дорогу увеличится. Сейчас мы получили подтверждение всем слухам, которые были до сегодняшнего дня. Какие-то мифы развеяли, дороги быть, и мы ждем ее к декабрю 2020 года. Протяженность трассы всего чуть больше километра, но она серьезно сократит время выезда автолюбителей на трассу М4 Дон. Максим Козлов, Сергей Ларин, «Видное ТВ».